это, ФРГ, кто-то в Штаты, у кого сколько денег было, кто-то в Израиль. И вот, значит, но я все время по-прежнему туда приходила. Там, значит, у них Гриня был центровой, мы с ним заканчивали машинститут, ну, разные факультеты. Вот, и Гриня, значит, ремонтировал Григорий. Гриня так его звали. Ну, это понятно. Ремонтировал все на свете, начиная там от этого, от настольной лампы до машины. Он там художественно, ну, культуре, да, культуре, головастый, филармонии, ну, в общем, вот эта вся культура, это Гриня. Вся техника, это на Гриню, да? И вот он один остается. Я уже там не работала, приходила к Грине, потому что к нему все шли. Река опять же туда, в этот же техцентр. И вот Гриша однажды мне говорит: давайте я вам покажу, как Боря ездил в Матвею. Ну, это Боря, это бывший зав. Фортепианного отдела, Бивный Борис Матвеевич. А его отец раньше был зав, ну, это его отец, да? А брат его играл где-то там, то ли в Пернике, на гитаре, не знаю, тоже. Ну, короче, Боря поехал в Германию. А отец Матвей, когда умерла жена, мама их, он женился второй раз и поехал в Израиль. Вот оставайтесь, я вам покажу, как Боря в Израиль ездит, отмечать папе там день рождения. Ну, я знаю, о чем они говорили, что они ели, какие были приоритеты в еде, в желаниях. То есть, ну, я там работала и шикарно с ними общалась. И то, значит, я смотрю такое кино. Тут, значит, у Бори был кабинет, два рояля. Боря только заходил в училище, это Борис Матвеевич, завтра я буду. А у него был баритон такой красивенный. Он только заходит, дверь открывает, и уже его слышно, такой звучный голос. И вот он идет и к мне, все, Борис Матвеевич, то есть его все обожали. А у меня что, тоже голос не тихий. Он подходит ко мне: Людмила Николаевна, вот вы скажите честно, вы научились за всю свою жизнь тихо разговаривать? Нет, Борис Матвеевич, это невозможно. Вот я тоже. Ну, звонкий голос, я тоже пилот. Ну, что ты? Вот это Боря. Боря, которого все обожали. Я же говорю, два рояля в кабинете. Он везде, Боря, это вообще. У меня, кстати, дядька тоже Боря, но он бас, заслуженный артист, он именно бас. И студенты обожали, ну все. Голос, да, там, слушайте, если он... И Матвей такой же. Матвей ко мне просто приходил посидеть, подышать. А вы не балерина? Ну, у меня там такая работа. Нет,